За их плечами множество больших конкурсов и признание публики. Они особенные, потому что эта группа Тумар. Нажали золотую кнопку, они поплыли и уже все как этот. Все, наверное, как в кино было, они даже не слышали, что им говорят, скорее всего. Тумар – это оберег, Тумар – это такой амулет удачи. И в этом смысле они наш такой оберег, мне кажется, всего проекта. Ну, все знают, что это может победа изменить жизнь на 180 градусов. Это 100%. На сцене группа «Тумар». Но однажды на пути воинов света встали воины тьмы. Не боящийся света. Скажите, вы довольны выступлением? Да. Наши судьи, вы довольны их выступлением? Да. Говорите. Конечно, да. Я сижу, думаю, ой, какие красивые, а тут бац, тут так будет. Яша, извините, пожалуйста, я толкнула Зафара. Боже. Это нормально. Ребята, вы вообще крутые. Ребята, крутая фишка, отличная постановка, яркая, необычная подача. Вы знаете, как мы гордимся тем, что вы, часть вашей команды, дает нам пример своей работы и своим жизнелюбием. Продолжайте в том же духе, это было здорово. Спасибо. С вами мы не прощаемся, Тумар, увидимся позже. Спасибо большое.
Дорогие друзья, смотрите шоу Central Asia's Got Talent на нашем YouTube-канале. Конечно же, подписывайтесь, конечно, ставьте лайки, конечно, пишите комментарии. Ну и обязательно, я вас очень прошу, нажмите на колокольчик для того, чтобы не пропустить все самое интересное из мира талантов Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.